Far Cry 5 редактор, и сегодня мы играем в штурм. Итак, давайте, у нас есть только пистолет, и я не знаю, как это проходить. В общем, сейчас сверните видосик, поставьте лайк и подпишитесь на канал Навасов. Ну а я начинаю. Так, сразу побежали. Так, здесь сразу какой-то лес идет. Ну, это не важно сейчас. Так, идем сюда. Главное, чтобы он нас не запалил. Смотрите, палит. Тихо. Так, минус один. Хорошо. Берем автомат. И пистолет мне не нужен. Тихо. Я не попаду. Тихо, там и двое. Так. Черт. Меня запалили. Ну ладно. Черт. Тихо. Я, по-моему, кого-то завалил, не? Еще не приехал. Ну ладно. Тише. Там кто-то смотрит. Тихо. Ладно. Блин. Тачки. Не получилось. Здесь огнеметчик, и я не знаю, как его убить. Пока что. Ладно. Видимо, это какое-то подкрепление, так как я запалился. Давайте заново тогда начнем. Перезапустить. Возрождение. Погнали. Патронов только у меня что-то мало очень. Ну да ладно. Пусть будет сколько будет. Неважно. Тихо. Так, минус один. Так. Пошли. Второй. Тут туда второй должен залезть, нет? Ладно. Палит. Это хорошо. Тихо. Минус один. Что там на крыше еще кто-то есть? По-моему, да. Фу, я думал, это люди. Ладно. А это какие-то эти. Стоп. Твою мать. По-моему, меня запалили. Или же нет. Надеюсь, это флаг, а не тень. Тихо, вот он. Видимо, огнеметчик, тихо. Тихо. Заходим. Тихо. Так. Тише.
тихо, тихо. Спокойно. По-моему, это все. Бежим, проверим. Все. Пока что я тут убит. Черт. Тихо. Тихо. Так. Тихо, тихо, тихо. Где он? Там где-то. Тихо. Все, тише. Один. Так. И кто там еще был? Мы убьем тебя! Все. Мы прошли. Но вообще, если честно, если они... У них приезжает подкрепление, то там приезжает подкрепление. Короче, приезжают верные, 30 человек, в общем, там все сложнее будет. Но я до этого не дошел, а они не успели, я не дал им сделать подкрепление врагов, поэтому я убил этих 15, и я прошел миссию. То есть я захватил эту точку, эту территорию, эту миссию, и в общем все. В общем, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Навасов. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Навасов. Пишите комментарии под видео. Всем удачи и всем пока.